В администрации Петра Порошенко объяснили новогоднюю шутку постпрезидента Украины в Твиттере с обложкой специального номера журнала «Экономист». На ней фото Порошенко оказалось среди мировых лидеров между премьер-министрами Индии и Великобритании. Но пользователи сети быстро узнали фотографию фейк и начали высмеивать главу Украины. На реальной обложке авторитетного издания на месте Порошенко расположили фотографию Владимира Путина. Порошенко поспешно удалил свой твит, а в его администрации объяснили, что свою версию обложки «Экономист» Петр Порошенко получил в качестве новогоднего подарка, а СМИ обвинили в отсутствии чувства юмора.